Доброго времени суток. Всем, простите, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня я опять решила с вами побеседовать, но сегодня у нас такой экстренный ролик. У нас, к сожалению, заканчиваются финансовые средства на питание. И еще у нас не оплачена солома. В предыдущем ролике я просила экстренно, да, помочь нам с утеплением, с закупкой соломы. Но, к сожалению, да, вы присылаете, вы помогаете, насколько это возможно. Я понимаю, что очень много в моей семье действительно пенсионеров, которые делятся своей последней копейкой. Спасибо вам огромное, спасибо. Искренне спасибо, что вы с нами, спасибо, что верите, и спасибо, что вы есть. Но, к сожалению, у нас произошла течь крыш в двух домиках. Я нанимала рабочих. Приезжал Максим, спасибо ему большое за это. Укладывали новый шифер, чтобы у зайков было комфортно, сухо и тепло. Плюс купили утеплители все. Ребята сейчас помогают мне. Утепляем домики. Но сегодня вот первый день, у нас хорошая погода. Но, к сожалению, сено висит пока под знаком вопроса. Нам надо собрать 12 тысяч, оплатить. И тогда я уже буду спокойно спать. Потому что без оплаты, как говорится, да, никто ничего нам резервировать и не будет. Вот. А так как у нас в городе очень мало предпринимателей, которые делают маленькие тюки, и поэтому мы, конечно, попросили, я ему сказала, что в течение этой недели я обязательно оплачу 12 тысяч, и сено нам надо 150 тюков на зиму зарезервировать. Моя такая большая дружная семья, я обращаюсь к вам, только вы можете нам в этом помочь. И, конечно, питание. Питание опять, вот сейчас оптовка у нас была 77-86, последний раз привезли уже 96. То есть цены растут, и хотя это считается оптовый склад, но я не вижу оптовых цен. К сожалению, больше где-то что-то брать, в магазинах уже 105 рублей стала мясопродукция. Сейчас стали варить каши, плюсом покупаются крупы. Ну, покупаем щенкам, варим обязательно кашки, поэтому плюс бездомыши. Бездомыши бросить вообще не могу, потому что сердце обливается кровью. Это самая такая вот, скажем так, это самые те собаки, которые находятся в большей зоне риска. Безумно всех жаль и понимаю, что все очень сложно, все дорожает, и, конечно, я все-таки надеюсь, что со временем увеличится количество наших подписчиков, которых было очень много, помогающих, но после августа люди либо не хотят видеть, либо не хотели видеть, но это все на их, конечно, совести. А где правда и где ложь, меня, конечно, это очень коробит. Но я всегда говорю, жизнь бумеранг, всем все вернется. Сейчас не об этом. Моя такая большая дружная семья. Нам надо дожить до 5 числа. Финансов 6-7 тысяч в день уходит только на питание в приюте, плюс бездомыши. И 12 тысяч надо экстренно собрать на солому.
Сегодня мое обращение прям такое к вам, что помогите нам, пожалуйста, без вас мы не справимся. Теперь, что касаемо по поводу... В понедельник в 8 утра я уехала в Москву. Я отвезла в семью щенка Шакиру. Это будет в следующем выпуске. Это уже тоже вторая собачка. И тоже берет ее пенсионерка. Вот. Сделано было, проведено обследование лорду МРТ. Пока результатов не знаем. И Ева Тома, спасенная нами с вами, рязанская собачка, тоже уехала в семью в Москву. Теперь она москвичка. Будет она жить у моей подписчицы Галины, за что я ей огромное-огромное спасибо. Вот. И хочу сказать некоторым комментаторам, которые пишут, почему хозяйка Молли не может оплатить дорогу. Ребят, девочки, мальчики, женщины, мужчины, вы понимаете, что не это большое расстояние, и люди с российской пенсией, да, мы все знаем, какая у нас российская пенсия, конечно, стыдно, обидно за страну в целом, но человек недавно только вышел на пенсию, и она не в состоянии оплатить, к сожалению, дорогу. Давайте вспомним Киру и Сандру. Мы тоже собирали финансовые средства на отправку этих детей в семью. Дети живут счастливой собачьей жизнью, также с пенсионеркой. Я считаю, что пенсионеры – это более ответственные и более осознанные люди, которые делают свой выбор и берут детей осознанно к себе в семью. И поэтому сегодня вечером Молли и Наташа, я до последнего не говорила, Наташа, спасенная мной в Воронеже на заправке, собаку выкинули в Воронеже на заправке, и я ее привезла к себе в Ефремовский приют, и мои волонтеры назвали ее в честь меня Натальей, и мне было очень приятно. Вот. И Наташа вместе с Молли едут в одну семью к Наталье. Наталья недавно вышла на пенсию, поэтому она получила уже первые свои пенсионные выплаты и решила взять, удочерить двух наших очаровательных собачек. За что ей огромное-огромное спасибо. Сегодня девчонки уже вечером выезжают в Анапу. Будем следить, отслеживать судьбу девочек. Опять это все благодаря только вам. Благодаря вам, моим волшебникам, осуществляется такая вот добрая мечта. Я считаю, что все, что мы делаем, это не зря, девочки. Это не зря, поэтому, когда касаемо доставки животного в ту или иную, иной город, возникает вопрос по поводу транспортировки животного. Я, к сожалению, не могу уехать. Я бы отвезла сама, но вы видите, что у меня 8 собак с клиники находятся в комнате. И убираться за ними, поверьте, будет некому. То есть на сутки, я вот сейчас в понедельник уехала, я только во вторник приехала, потому что я попала в жуткие пробки. Пока были МРТ, пока отвоз животных, развоз, я в понедельник в 8 утра выехала, и в 2 часа дня я только во вторник приехала. Поэтому сутки собаки были, я оставила им корм, воду, они сами были предоставлены себе. И если бы я вам сняла то, что увидела я, заходя в комнату, ну, вы были бы, наверное, в шоке. Но я с этим сталкиваюсь, я с этим живу. 2 часа времени у меня ушло только на уборку комнаты. И ругать я их не могу. Они были сами предоставлены себе. Поэтому ехать мне с собой в Анапу, как бы, понимаете, не с руки. Я не могу бросить. Плюс Гриша. Гриша сцеживается. Сейчас лорд у меня. Отдельно на балконе я ему сделала, утеплила теплый домик. Лорда тоже надо подсцеживать. Поэтому у меня нету физической возможности самой отвезти и Наташу, и Молли. Потому что на мне инвалиды, к сожалению. Плюс в приюте у меня есть кому. Там есть ответственные люди, кто меня заменяет. Но я не могу бросить своих инвалидиков одних дома.
поэтому такси. Поэтому, когда я к вам обращаюсь, ну, давайте мы не будем акцентировать на том, почему, если люди не могут оплатить такси, значит, как будут содержаться животные. Животные у всех наших пенсионеров содержатся в прекрасных условиях. Но дорога, к сожалению, не всегда каждый может оплатить. Я готова ехать, я готова тратить ваши финансовые средства, там, Москва, да, что где поближе. Но чтобы собаки наши обретали своих мам и пап, это же дорогого стоит, девочки. Они не могут всю жизнь сидеть в приюте. Каждый ребенок мечтает о доме, о счастливой семье, о маме и о папе. И знаете, это, честно, это дорогого стоит. Как умеют любить собаки, еще раз говорю, люди не умеют так любить. Люди паразиты в большинстве случаев своем. Очень много сейчас, я говорю еще раз, лжи, лицемерия. К сожалению, мы живем в такое время, и от этого больно и страшно, честно. Поэтому моя такая большая дружная семья. Я обращаюсь к вам. Нам сегодня надо до конца недели собрать 12 тысяч на сено-солому и до 5 числа как-то продержаться с питанием. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья. Спасибо.